В Архангельске продолжается текущий ремонт дорожного покрытия эстакад железнодорожного моста. Сегодня с 21:00 до 6 часов следующего утра ограничено движение всех видов транспорта. Уже полностью отремонтировано покрытие левобережной эстакады 248 метров. Накануне продолжалась укладка асфальта на правобережной. Из бюджета города Архангельска направлено более 9 миллионов рублей. В рамках текущего ремонта дорог столицы Поморья отремонтируют еще 3 правобережных участка мостовой конструкции. Всего новый асфальт будет уложен на площади более 8 тысяч квадратных метров. Все ремонтные работы на Северодвинском мосту планируют завершить в конце августа.